Почти 20 лет назад история московских Ромео и Джульетты, четвероклассницы Вали и 19-летнего Хабиба никого не оставила равнодушным. Ведь пара на протяжении нескольких лет появлялась в студии у Андрея Малахова. Мы очень хорошо дружили с Андреем Малаховым. Он очень помогал нашей семье. И у нас как бы даже был, ну как это сказать, контракт или договор с ним подписан, что мы только участвуем у него. Даже сейчас СМИ с завидной регулярностью пишут о жизни Вали ставшей мамой в 11 лет. Сейчас нашей героине уже 30, и в декабре 2023 года она в пятый раз стала мамой, родив четвертого по счету сына Усмана. К сожалению, из недавнего интервью Исаевой YouTube-каналу Елены Погребишской стало известно, что сейчас многодетная мама осталась без средств к существованию и даже была вынуждена отдать двух старших мальчиков бывшей свекрови. Чтобы понять, что привело нашу героиню к такому печальному финалу, предлагаю вернуться в далекий 2005 год и вспомнить эту громкую и скандальную историю. Судьба не баловала муслиму, так назвали девочку при рождении с раннего детства. Когда мы узнали, что я беременная, ну, в раннем возрасте, то бабушка, которая меня воспитывала, она мне была не родная. И она мне изменила имя и фамилию, и никому не говорила, что я вообще родом с Ингушетии, что мои родители тоже с Ингушетии. Потому что если бы на тот момент узнали бы, что девочка с Ингушетии в таком раннем возрасте забеременела, меня могли бы убить и ее тоже. В два года она потеряла родителей, которые были чистокровными ингушами, и попала в детский дом. Когда ей исполнилось девять, ее забрала к себе неродная бабушка, мать одного из ее отчимов. Исаева до сих пор не знает даже имени матери, так как ныне покойная неродная бабушка никогда не рассказывала Вале правду. Я знаю то, что папу звали Хасан, но я не знаю, как звали мою маму. Бабушке, работавшей продавцом продуктового магазина, было трудно в одиночку поднимать 11-летнюю муслиму, а потому женщина сдала одну из комнат 18-летнему Хабибу, который пек лепешки в том же магазине. По словам муслимы, у которой женские дни начались еще в 9-летнем возрасте, она и представить не могла, что забота Хабиба, встречавшего и провожавшего ее из школы домой, может привести к интересному положению. Однако, когда юная девушка должна была переходить в четвертый класс, выяснилось, что она находится уже на седьмом месяце беременности. И у меня была дикая истерика. Я не хочу рожать, я не буду рожать. Мне этот ребенок не нужен. Но как бы я отрицала до последнего. Я не понимала, что я беременна. После того, как в результате кесарево сечения на свет появилась дочка Амина, страдания Вали не закончились, ведь органы опеки хотели распределить и ее саму, и новорожденную дочь по разным детдомам. В итоге бабушке пришлось выкрасть из роддома внучку с правнучкой. Но в итоге мы не поехали домой, меня просто с Аминой бабушка выкрала с роддома. Но ей помогла в этом съемочная группа. Хабибу удалось избежать судебного срока, так как общественность и депутаты встали на сторону молодого отца, который не бросил Валю и дочь. Когда же Исаева исполнилось 17 лет, влюбленные сыграли шикарную свадьбу, и Хабиб смог записать ребенка на себя. Но даже после официального заключения брака шумиха в прессе и на телевидении не утихала так как стало известно, что молодой супруг из ревности систематически поднимает руку на малолетнюю жену, которая в 16 лет начала работать продавцом. Несмотря на жестокость Хабиба, угрожавшего облить супругу кислотой, если она его бросит, через два года после замужества 19-летняя Валентина подарила мужу второго ребенка, сына Амира. В 20 лет наша героиня приняла ислам и вернула себе имя муслима. А вот Хабиб, ставший не менее знаменитым, чем его молодая супруга. Вместо того, чтобы обеспечивать семью, тайно уехал в Таджикистан, где по совету матери взял себе вторую жену. Их свадьбу тоже освещали в СМИ, но жизнь со второй супругой не сложилась, и Хабиб снова вернулся к Вале. И поехал в Таджикистан, обманом он мне сказал, что поедет менять паспорта, сам поехал, женился, но там неофициальный брак был а религиозный там не получился ребенок. Вот. И все, они больше на тот момент, насколько я знаю, больше не общались. После того, как наша героиня стала мамой в третий раз, родив сына Дамира, ее пригласили работать редактором в передачу на Первом канале. Ну, я была младшим редактором изначально. Это там составить служебные записки, заказать трансфер, заказать гостиницу для героев, там созвониться с героями, взять их паспортные данные. Но ушла, потому что, как бы, во-первых, это коронавирус повлиял очень здорово на эту программу, а потом уже я забеременела четвертым ребенком. Последние месяцы беременности проходили тяжело, и муслиму часто госпитализировали. К тому моменту ее бабушка уже была больна и не могла справляться с младшими внуками, а потому наша героиня приняла решение отдать Амира и Дамира свекрови в Таджикистан. Когда же 28-летняя Муслима была на девятом месяце беременности четвертым ребенком от Хабиба, сыном Юсуфом, она лишилась самой главной поддержки не стала ее бабушке. Супруг начал вести себя еще более несдержанно, ведь теперь за многодетную маму было некому заступиться. В какой-то момент Муслиме показалось, что Хабиб взялся за ум. Чтобы обеспечить семью, мужчина даже отправился по контракту в зону СВО. На тот момент наша героиня работала на заводе Газпром Нефть, поваром, но муж настоял, чтобы она уволилась и начал переводить хорошие деньги на содержание детей. Но незадолго до окончания контракта Хабиба Муслима обнаружила, что карточка мужа заблокирована. Это стало последней каплей, и Исаева после 18 лет непростых отношений все же решилась на развод. И после этой ситуации, когда вот так вот получилось, что внезапно совершенно осталась я без средств к существованию, я подала на развод. Я ему сказала, что я тебя не жду, дети тебя не ждут. Из-за наличия четверых детей официально супругов развели лишь около полугода назад, хотя они не живут вместе уже два года. Но только избавившись от мужа-тирана, который контролировал каждый ее шаг, Муслима наконец-то смогла перестать бояться за свою жизнь. После расставания с Хабибом, который каким-то невероятным образом уехал работать в США, все еще замужняя Муслима устроилась администратором в салон красоты, там она познакомилась с чеченцем Исламом, который на четыре года моложе ее. Намерения парня оказались очень серьезными, и уже через полгода влюбленные заключили религиозный брак Никах. В ЗАГС молодожены не пошли, так как у многодетной мамы все еще стоял штамп в паспорте. Перед свадьбой Муслима предупредила Ислама, что она не сможет родить ему много детей, а если он захочет взять вторую жену, то должен будет сначала развестись с первой. Молодой человек согласился на эти условия, и Никах был проведен даже против воли его матери. В середине апреля 2023 года Муслима поняла, что снова ждет ребенка, и Ислам сразу же предложил расписаться в ЗАГСе. Многодетная мать ответила, что с браком лучше повременить, сославшись на плохое самочувствие. Оказалось, что Хабиб узнал, что она ждет ребенка от другого мужчины и начал терроризировать ее по телефону. Исламу, который обещал заботиться о сироте и всех ее детях, эта ситуация категорически не понравилась, что приводило к частым ссорам. Вскоре Ислам и вовсе признался Муслиме, что до знакомства с ней он пять лет встречался с другой девушкой и теперь хочет, чтобы та стала его второй женой. В итоге, будучи на втором месяце беременности, Муслима попросил развод, так как не хотела во второй раз оказаться супругой двоеженца. Тогда Исаева даже хотела прервать беременность, но Ислам не разрешил ей этого сделать, обещая заботиться о своем малыше даже в том случае, если после трех месяцев данных им на примирение религиозный развод все же состоится. Однако, когда до рождения ребенка оставалось всего три месяца, будущий отец уехал на родину и, по слухам, женился на той девушке, с которой встречался до знакомства с муслимой. Сейчас наша героиня ничуть не жалеет о том, что родила пятого сына Услана, как две капли воды, похожего на отца. Муслима призналась, что влюбилась в Ислама с первого взгляда, но сейчас смело называет его своей ошибкой. И все же Муслима оказалась в крайне затруднительном материальном положении. Хабиб помогает только двум сыновьям, которые все еще находятся у его матери в Таджикистане. А вот Ислам и его родители даже не выходят на связь. Хорошо, что 18-летняя дочь Алина уже работает и иногда может присмотреть за младшими братьями. Также наша героиня призналась, что не может оформить пособие по уходу за Усманом потому, что никогда не работала официально. Пособие на других детей ей не оформляют, так как сейчас она тоже не работает и не может предоставить справку о доходах. Из-за наличия пустых счетов в банках Муслима не может получать и выплаты, как многодетная мать. Неудивительно, что интервьюер Елена Погребишская была до глубины души возмущена сложившейся ситуацией и обнадежила многодетную маму тем, что, возможно, какой-нибудь зритель-юрист поможет ей решить бюрократические вопросы. Дать новое интервью Елене Погребишской 30-летняя многодетная мама решилась еще и потому, что устала от негатива, который вновь обрушился на нее с новой силой после рождения пятого ребенка. Мне хочется просто обратиться к зрителям и сказать, это моя жизнь, отстаньте от меня, пожалуйста. Если надо, я рожу. Если не нужно, я не буду рожать. А вы, уважаемые зрители, разделяете ли мнение тех жестоких, по моему мнению, людей, которые обвиняют муслиму в том, что она плодит нищету? Мне, напротив, хочется от всей души пожелать героине выпуска добиться справедливости и получить материальную поддержку не только от второго мужа, но и от государства, которое активно призывает улучшать демографическую ситуацию в стране, а на деле мучает людей, попавших в сложные жизненные ситуации бюрократическими проволочками». Ну и, конечно же, пусть у многодетной мамы получится найти работу и вернуть двух сыновей домой. Было интересно? Тогда поддержите видео лайком и подписывайтесь на канал. С вами была Анна и Зеркало экрана.